поселке Южный устранили крупную коммунальную аварию. Отопление в жилые дома и соцучреждения вернулось сегодня утром, сообщает пресс-служба мэрии. Напомним, порыв теплосетей на Южном произошел накануне. Без тепла и горячей воды осталась часть поселка. 8 многоэтажек, колледж и детский сад. Коммунальщики работали на месте ЧП всю вторую половину дня. Но только ночью удалось заменить поврежденный участок трубы. Тепло и горячая вода начали возвращаться сегодня в 7:20 утра. По словам властей, температура в домах южан все это время не опускалась ниже 19-20 градусов. Кстати, накануне в Барнауле произошла еще одна коммунальная авария на улице Маяковского. Без отопления оставались несколько жилых домов, школы, административные здания. Коммунальщики сегодня оперативно устранили повреждения на теплотрассе, так что батареи в этих домах потеплели уже накануне вечером.